16 мая в Донецке состоялось торжественное мероприятие по случаю третьей годовщины Министерства промышленности и торговли. За 3 года министерством было проделано много работы. И сейчас его главной задачей является удержать рост промышленности в Донецкой Народной Республике на стабильном уровне. О планах на будущее и о том, на что нацелена основная программа министерства, рассказал министр промышленности и торговли ДНР Эдуард Арматов. На данный момент планируется обосновать технико-экономические показатели для получения определенных инвестиционных вливаний, для запуска новых производств, для реорганизации производств, замены старого станочного парка. Это все необходимо нам для того, чтобы в перспективе увеличить наши показатели. Да, показатели роста промышленности невозможно только без замены станочного парка, реконструкции определенных заводов, перепрофилирования их, но здесь немаловажную роль играет привлечение молодых специалистов. Если у нас не будут работать новые кадры, молодые кадры, да, со своими предложениями, со своими какими-то новыми инновациями, развитие у нас не получится. Поэтому основная программа министерства нацелена на развитие промышленности в комплексе. Не только оборудование, но и специалисты. В годовщину создания Минпромторга многие сотрудники удостоились памятной награды от главы ведомства за свой вклад в работу министерства. Анастасия Ковалева, Алексей Полянский, Новороссия ТВ.